Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ким. Я думаю, все уже в курсе о том, что произошло, а для тех, кто не знает, давайте я вам вкратце расскажу. Получается, мой аккаунт на первом серваке деактивировали по причине продажи валюты. Да, пацаны, это правда, я действительно продавал валюту своим знакомым, и за это мне деактивировали аккаунт. В начале ролика я бы хотел извиниться перед всей командой проекта Mazing Holy Play, потому что реально поступок у меня получился очень плохой. Я думаю, вы сами понимаете то, что, ну, продажа валюты — это очень серьезная темка, и я реально очень сильно сожалею, то, что я это делал, и хочу реально перед всеми извиниться. И сказать большое спасибо Федичу, потому что именно благодаря Федичу я остался на проекте. Также я хотел бы извиниться перед вами, перед своей аудиторией, потому что я думаю, многие от меня такого не ожидали, и многие во мне разочаровались. Я вас, конечно же, понимаю, я перед вами реально очень сильно извиняюсь. Я вам обещаю то, что подобного никогда больше не повторится, и я буду реально исправляться, вы сами это будете наблюдать у меня на канале. Я очень сильно надеюсь на ваше понимание и поддержку. Я знаю то, что многие там, возможно, перестанут меня смотреть, отпишутся от моего канала. Я считаю то, что в этой ситуации я не прав на 1000000%, потому что, ну, то, что я делал, реально, это просто, пацаны, реально стыдно. Очень стыдно, и такого больше не повторится. То есть мой аккаунт полностью деактивирован на первом серваке, и больше я там играть не буду. Я думаю, вы все, в принципе, поняли, и надеюсь то, что мы эту тему больше поднимать не будем. Честно, мне очень стыдно, поэтому я надеюсь то, что все-таки мы найдем, пацаны, общий язык, мы забудем про эту ситуацию, я буду исправляться, буду для вас снимать контент, делать стримы там и так далее, поэтому я очень сильно надеюсь на вашу поддержку и, конечно же, на ваше понимание. Я думаю, как вы поняли, то, что на первом серваке я больше играть не буду, то есть история, пацаны, закончена. На первый сервак я никогда больше не вернусь. И я перешел на новый сервер, а именно второй, это Yellow. То есть здесь, пацаны, я буду теперь играть, развиваться с нуля. То есть я реально создал новый аккаунт. У меня теперь новый никнейм, Кирюха Полканов. Пацаны, кто желает играть вместе со мной, кто будет идти на второй сервак, если вы желаете, то можете брать мою фамилию, как бы. Я вам буду очень сильно благодарен, потому что в планах есть создать семью. Мы уже это сделали, я вам чуть позже это все покажу, расскажу. То есть кто будет идти на второй сервак, можете брать мою фамилию. Это фамилия Полканов, то есть у нас здесь будет новая семья. На стриме мы сегодня вечером купим особняк. То есть я реально создал новый аккаунт, давайте я вам покажу свою статистику. Я вот буквально за 2 дня уже вкачал 6 уровень. И получается, у меня есть уже машина, здесь деньги, дом там и так далее. Я вам чуть позже это тоже все покажу. То есть семью мы уже создали, название семьи я потом поменяю. Пока что у нас 16 человек в семье, на 25 человек, и тогда мы купим особу. Но я думаю, на стриме вы как бы залетите на сервак, и мы вместе с вами уже купим особнячок, как бы деньги есть. Большое спасибо Америкосу, потому что именно он, получается, спонсирует, то есть он перевелся на 0.2, и теперь мы будем все вместе здесь играть и развиваться. Я считаю то, что, пацаны, это круто, то, что я ушел на новый сервак, потому что это, пацаны, реально новая жизнь, просто жизнь чистого листа, новая семья, новый контент, новые возможности там и так далее, поэтому в любом случае я считаю то, что это хорошо, поэтому кто желает, можете приходить ко мне на второй сервак, я теперь играть буду только здесь. То есть я полностью перехожу на второй сервер и буду играть только здесь. В данный момент я как бы прохожу квесты, что и вам советую, потому что с помощью квестов можно быстро прокачать аккаунт, получить опыт, деньги и донат. Поэтому советую поступить как я. Я уже у Феди квесты прошел. Я сейчас прохожу квесты у Анжелы и буду проходить их до конца. Поэтому, пацаны, заходите на стрим. Сегодня как бы на стриме будем проходить квесты, купим особняк семьи, и будет все реально красиво. Уже некоторые пацаны к нам пришли на 0.2 сервак. Вот как вы можете посмотреть, то что у нас уже есть люди в семье. То есть некоторые ставят мою фамилию. Вот кто реально ставит фамилию, просто красавчики, вам реально большое спасибо. То есть Фома будет называться Полканов Family. Полканов, почему вообще Полканов? Полканов — это моя настоящая фамилия в реальной жизни. Я решил то, что надо сделать новый ник, потому что в любом случае мой ник, который был у меня на 0.1, был бы занят. И тем более это новый сервак, новый контент, новые возможности. И я решил так же самое сделать себе новый никнейм. Мы себе получили, получается, уже с Америкосом купили 2 домика возле друг друга. Я считаю то, что это очень круто, потому что, ну, реально хотим жить рядом. То есть вот Америкоса домик, и вот рядом, как вы можете заметить, то, что вот мой дом, короче. Я бы тоже себе приобрел, и было бы неплохо, на самом деле, выкупить здесь все дома, чтобы вся наша Фома здесь жила. То есть мы себе купили тут 2 домика и планируем купить именно вот этот особняк. Он, конечно, дорогой, пацаны, 90 миллионов. Дороговато, не спорю, но, в принципе, место-то хорошее, недалеко от порта.
Давайте я вам теперь немножко расскажу про второй сервачок. Я здесь поиграл несколько дней и выскажу просто свое мнение. То есть онлайн здесь не особо, в принципе, большой. То есть онлайн здесь максимум там бывает там 400-450. То есть здесь не так много людей, но люди здесь реально хорошие. То есть я, допустим, проходил те же самые квесты, и мне реально помогали. То есть люди здесь реально очень хорошие, добрые. Пока что адекватов я никаких не видел. В любом случае они есть, но пока что я не видел. Также, какой здесь есть плюс на этом проекте? Точнее, на этом серваке. То, что здесь нет вообще ни одного радара. То есть, если вы любите погонять, то это очень круто. И в плане работы здесь, пацаны, реально по кайфу, потому что на той же шахте там не очень много людей. На дальнобойщиках тоже не очень много людей. То есть, максимально комфортно здесь работать и зарабатывать деньги. Именно поэтому я вас всех просто приглашаю на второй сервак. Давайте попробуем здесь поднять онлайн. Кто желает играть вместе со мной, приходите. Вводите мою фамилию, как бы, в своем никнейме. Также мы сделаем Discord Фомы и будем там сидеть всей Фомой. То есть те люди, которые будут состоять в семье, они будут постоянно с нами сидеть в Дискорде, каждый день с нами общаться там и так далее. Поэтому, пацаны, будет реально очень круто. Я вам всем советую. Вот если вы хотите начать играть, пацаны, самое просто время, потому что мы будем вместе развиваться. Вы мне будете помогать, я вам буду помогать и так далее. То есть будет реально круто. Я вам просто советую начать играть на втором серваке, где играть буду, в принципе, я вместе с вами. Планы на самом деле очень грандиозные, то есть я вам пока что все карты раскрывать не буду, но, пацаны, я вам обещаю то, что будет круто, будет постоянно выходить контент, буду делать стримы, реально я, пацаны, постараюсь просто исправиться в ваших глазах. Еще раз хочу принести извинения всей команде проекта Amazing Holy Play, хочу извиниться перед вами и выразить просто огромную благодарность Федя Чу, потому что благодаря ему я остался на проекте и буду дальше здесь снимать и стримить для вас, поэтому реально ему очень большое спасибо. На этом я буду заканчивать данный ролик, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду вас всех ждать на втором серваке, также не пропускайте стримы, ставьте там колокольчик, чтобы вам приходило уведомление. Всем пока-пока!